Привет, друзья! Проверка. Проверка акции. У нас сейчас два промоушена идет. Стартер-кит за $1, если сразу же приобретается любой регистрационный пакет. И у нас промоушен «Купи 3 резерва и получи 3 в подарок». И вот вопрос от партнеров. Будет ли засчитываться, если человек при регистрации сделает сборный пакет, используя функцию «Собери пакет самостоятельно» и оформит 3 резерва. То, что придет в подарок 3 резерва, это уже точная информация. Но будет ли стартер-кит стоить $1? Давайте мы это и проверим. Я просто делаю регистрацию стандартную, обычную. Конечно, у меня будет в бэк-офисе какой-то непонятный человек. То есть я просто делаю любой заказ на абсолютно левого человека, которого я прямо сейчас выдумываю из головы. Просто выдумываю. CDE. Просто выдумываю. Так, область Свердловская, где у нас? Угу. Область Свердловская, где у нас? Свердловская. Итак, что мы видим? Мы видим, что у нас стартер-кит, те самые $29. 95 центов, 1797 рублей, потом еще прибавится налог. И то есть это те самые $36. А теперь давайте попробуем создать пакет самостоятельно и положим в него 3 резерва. 3 резерва этого достаточно, чтобы у нас было больше 100 баллов, а значит этот пакет засчитается как пакет Basic. Но мы можем положить и 6 резерва. Этот пакет уже засчитается как пакет Supreme. Метод оплаты карта. Обязательно не подписываемся на автошип, потому что с автошипом разобраться лучше позже. Нажимаем кнопочку. Так, и в итоге что мы выбрали? Мы заполнили все поля. Стартер кит у нас по умолчанию. Дальше мы выбрали «Создай пакет самостоятельно» и положили 6 резервов. Ну, давайте все-таки 3 положим, чтобы узнать, какой стартер-кит у нас получится. Получится ли в $1 стартер-кит. Нажимаем кнопку «Роспись». Мы сейчас увидим итог и подитог. То, что нас интересует, самое главное. Потому что люди спрашивают. Что мы видим? Стартер-кит 60 рублей. Замечательно. То есть $1.
что и требовалось доказать.